Добрый вечер. Я надеюсь, что вы поужинали, как и мы, и вы можете теперь послушать мой очередной видеоблог. Я очень люблю записывать видеоблоги для вас, потому что я смотрю ваши комментарии, читаю ваши комментарии. Мне очень приятно, что столько положительных отзывов. Сегодня я расскажу, как я первый раз с мужем переехала в Европу. Когда мы предложили контракт играть в Штутгарте, мы должны были уехать в Германию. Приключения начались с первого дня. Наш рейс был Москва-Франкфурт, Франкфурт-Штутгарт. И на рейс задержали, то есть во Франкфурт мы приехали, прилетели с опозданием. Выходим, а нам говорят: а вы знаете, у вас остается 20 минут, чтобы поменять терминал и сесть и успеть на ваш самолет. Это было, конечно, невозможно. Мы начали менять билет. Следующего вылета не было. Потом мы нашли еще с какой-то пересадкой. То есть добрались мы очень поздно до Штутгарта. Все уставшие, все на нервах, все на стрессе. Но когда мы увидели, как нас встречают там люди, нам было очень приятно. Усталость прошла, только появилась улыбка, позитивные эмоции. Нас поселили в отель, мы жили в отеле. Потом нам сказали: надо найти вам квартиру, чтобы быстрее перевести ваших детей. У меня уже было тогда двое детей, они стали сплошными родителями. Конечно, мне было страшно, как вот сейчас их привезти. Другая еда, гостиница, квартира. И мы думаем, все, сделаем. Наверное, где-то за неделю, как в Москве, мы можем найти квартиру. Нам стали показывать квартиры. Там даже туалетов нет. То есть они полностью пустые. Мы должны всю квартиру заново, можно сказать, обустроить. Купить технику, сантехнику, мебель. Вплоть чуть ли не до кухни. Ну да, кухня, может быть, всегда была. Так была пустая квартира. Я думаю, такого быть не может. Смотрели еще квартиру, еще квартиру, еще квартиру. Думаю, ну, придется, значит, все вот так вот с нуля. Потом нам такие говорят: вы знаете, освободилась квартира, такая хорошая. Знакомьтесь, мой средний ребеночек. Скажи привет. Привет. У нас тоже был в Штутгарте, ходил в детский садик в Штутгарте, немецкий. Беги. Так, продолжаем дальше. Я так обрадовалась, говорит: дом пятиэтажный, там всего лишь 5 семей, очень хороший район, квартира устроена уже, все, приезжайте, привозите детей и можете жить на следующей неделе. Я такая была счастлива, я думаю, ну все, я очень извиняюсь, что вот этот шум, у нас дети с папой в своем PlayStation играют. Да, видимо, кто-то кому-то гол уже забил. Они там что-то ругаются, ссорятся, что, по-моему, папа неправильно пенальти забил или обманул Артёма. Ну ладно, дальше расскажу, потому что сейчас они прибегут 100% выяснять отношения, чтобы мама сказала, кто из них прав. Ну, я сразу звоню родителям, мы заехали в эту квартиру, посмотрели, я еще спрашиваю: а что тут в этом доме, нет подъезда, чтобы лифт был? Они говорят: нет, вы знаете, здесь таких квартир очень мало в Штутгарте, вообще таких домов, это старинный дом, посмотрите, там надпись 1800 какой-то год, со стороны только парковки. Я говорю: у вас парковка 5 квартир, а парковка на 2 места. Но другие в другом месте паркуются. Вы что, это вам уже не Москва? Я думаю, ну, наверное, да, не Москва. Потом садимся в лифт, и лифт приезжает сразу в квартиру. Я говорю: то есть с первого этажа к нам в гости может любой человек приехать? Нет, у вас будет специальный ключ, не приедет. Ну, я все посмотрела, все что-то докупила, радостно жду родителей. А мы как раз должны были только въезжать на следующий день. И мои родители приехали, и Пашин, чтобы помочь с детьми, все, мы въехали, чтобы въехали в квартиру, чуть-чуть с нами побыть, пожить, пока детей я в садик устрою, ну, чтобы не было так тяжело в чужом городе. Ну, они приехали, первая наша ночь. Легли, отметили шампанским заезд, новый город, что Европа, Германия. Все вместе будем познавать, учить немецкий язык. И здесь 4 часа ночи лифт стал ходить туда-сюда, туда-сюда. Слышимость на всю квартиру. А дверь еще в лифте, знаете, такие, которые старые. Сначала одну дверь надо открыть, потом вторую, потом за собой это все захлопнуть, только нажать на этаж. И он так ехал. Я думаю, как-то все странно. И двери туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Мы уже испугались. Вышли на улицу. Спрашиваем, что здесь происходит?
там хлеб таскают туда-сюда, туда-сюда. Она говорит, что происходит? Мы разгружаем товар. Я такие, какой товар? Говорит, это завод. Я говорю, как завод? Так, подвал – это завод, первый этаж – это бухгалтерия, второй этаж – упаковка, третий этаж – еще какой-то кабинет. И, ну, короче, пятый этаж наш. Это, оказывается, был тоже кабинет. Нас обманули. Это не был жилой дом. Это завод. И дом был старый, да, 1800 какого-то там года. Но это завод был в этом году построен. То есть он назван в честь завода, который завод основан в 1839 году. Он старинный завод, его все знают, это пекарня, там пекут замечательные вкусные булочки. Да, я когда потом спустилась на четвертый этаж, я поняла, там вкусные булочки, действительно. И они в 4 часа утра разгружают, собирают, то есть булочки, чтобы отвезти там кому-то надо в магазин. И они гремят, они орут. Мы сначала думали, что может быть какая-то ошибка. Я говорю, ну здесь же должно, наверное, 5 семей жить. Я говорю, девушка, здесь никто не живет. Я говорю, нас обманули. Она говорит, да, вас обманули. Мы стали звонить юристам, встречаться с хозяевом квартиры вот этой. Он говорит, а что, это квартира? Квартира. Обустроен? Обустроен. Да, я не сказала, что это завод. Ну, а вы не могли прочитать, что это завод? Мы немецкий даже не знали на тот момент. Там такое длинное название было, название завода было. Я говорю, я уже вас спросила, семьи живут? Он говорит, ну да, чуть-чуть я тоже обману. Но у вас глаза есть? Какие ко мне претензии? И вы мне теперь, если будете съезжать, за 3 месяца вперед должны деньги. Он говорит, как? Потому что у вас в договоре, если вы переезжаете в другую квартиру, вы должны мне сказать за 3 месяца, чтобы я уже начала искать других потенциальных жильцов. Если вы покидаете раньше, вы оплачиваете дальше 3 месяца. Мы поняли, что нас так жестоко обманули, а обратиться мы постеснялись, побоялись. Помню, что у меня были такие слезы, что куда теперь, как? И родители не знали, что делать, а квартиры нет. Мы все переехали в гостиницу. Тут начались большие проблемы. В гостинице, естественно, еда другая. Они привыкли на картошки, гамбургеры, мясо. Ну, все другое. И везде подливки. У меня дети из России, из Москвы. Я все всегда готовила сама. Все отварное, паровое. Ребенку 6 месяцев было. Даже меньше, второму. Чтобы молочко ему сделать, всю кашку. Там ничего такого не было. Мы поселились в небольшом номере, потому что мы за гостиницу тоже платили сами. Это было дорого и накладно, если долго жить в гостинице. Стала ходить по магазинам, пытаться понять, какие смеси. Тоже все другое. У детей заболел желудок, потом они там заболели. Один с желудком что-то были проблемы, мы в больницу поехали. Второй страшной ангиной заболела. Куда ехать? К какому врачу? Ко всем врачам приезжаем, все говорят на немецком. Даже, ну, говорят на английском, но на тот момент я плохо говорила английским языком. Я пытаюсь показать жестами, что ребенок болеет, температура. Очень попался тогда хороший врач, частный. Нам его посоветовали с отеля. И он оказал ребенку помощь, написал мне, как мне прям на немецком спросить, какие лекарства надо купить в аптеке. Мне потом, я ему звонила по телефону, он мне на mail, то есть я ему писала на mail по компьютеру, он мне отвечал медленно, так все расшифровано очень хорошо, как, какие лекарства, как давать ребенку. Это было ужасно. Мы 2 месяца жили в гостинице. Когда, потому что мы пока нашли квартиру, я заказала туда мебель. Мебель сразу не может прийти. Пока мебель пришла, это месяц. Мы с детьми жили в гостинице с мужем. Это не передать. Муж приходит уставший. Я никакая. Ребенок не спит, болеет. Потом перестали болеть. Я не знаю, куда выйти гулять. То есть у меня были слезы. Я просто плакала, говорила, хочу в Москву, хочу домой.
потом пошли гулять в парк. Мы старшего ребенка, ну, пока не переехали в квартиру, это все было в гостинице, отдали родителям, чтобы они поехали с ним на море. Он как раз же болел, чтобы, может быть, в садик он еще не ходил, морская вода бы помогла. А маленького оставили. Я выхожу в парк с Пашей, как раз мы его встречали с тренировки, везу коляску. И не помню, что случилось. Я просто, когда открыла глаза, я вижу, что передо мной лежит человек. Велосипедист меня сбил. Слава богу, он не затронул коляску. Я просто отлетела. То есть, вез Паша коляску, и он, я говорю, Паш, давай я повезу. И вот этот вот момент, и потом я ничего не помню. У меня сотрясение мозга, я оказалась в больнице. Пап, а где тут? Папа, ты выиграл. Пап, извините, у меня батарейка просто села в компьютер. Я получила сотрясение мозга. У меня, конечно, я очутилась в больнице. Паша остался на руках с маленьким ребенком. Представляете, когда это все случилось, это написали в газетах, и оказывается, дальние-дальние родственники Пашиного папы живут в Штутгарте. И они откликнулись, когда прочитали эту газету. Они позвонили Пашину папу, спросили, случайно, это не твой сын играет сейчас в Штутгарте? Паша папа говорит, да, мой. Говорит, у нас случилась беда. Они говорят, да, мы прочитали в журнале, что жену сбил велосипедист. Говорит, Паша, мы вам поможем, мы посидим с ребенком, ты можешь идти на тренировку. Я так благодарна семье Зибертов, что если они посмотрят мой видеоблог, думаю, будет приятно, что я их очень сильно люблю. Мы с ними, конечно, общаемся, но все равно, когда увидишь человека, который еще и по экрану говорит тебе спасибо, это другой. А вот появились наши друзья. У них двое дочерей, потом вышла из больницы. Мы с ними сдружились, пообщались, до сих пор дружим, они приезжают ко мне на день рождения, я к ним. И мы уже тогда, можно сказать, после этого все в жизни наладилось. Не бывает только черных полос. Вот у нас пошли белые полосы. Потом уже и квартира была готова, мы туда переехали, приехал старший ребенок, пережили мое сотрясение мозга. Я стала себя не сразу хорошо, конечно, это был длительный процесс реабилитации, но все наладилось. Потом у нас появились еще друзья, футбольный менеджер Шпилевский, мы тогда дружили с семьей Глеба, он тоже играл в Штутгарте, и с Настей Косенковой она выступала в группе «Топлес». И у нас получился очень хороший русский комьюнити там. Мы жарили шашлыки, у нас квартира была на первом этаже. Мы жарили шашлыки, каждый день сосиски грилили, собирались в большой компании. Самый мой любимый был ресторан «Вивальди». Там итальянцы, это итальянский то есть ресторан, и забыла, как его зовут, Нико. Это мужчина, он сам держит этот ресторан и сам готовит там. Жена ему помогает, дочка с сыном подрабатывают как официанты. То есть семейный ресторан, он очень-очень маленький, но он очень вкусный. Вот кто там будет, живет в Штутгарте, зайдите в ресторан «Вивальди», вам очень понравится. Цены дешевые, но так вкусно, так с любовью вас встретят, с вами пообщаются. Они говорят прекрасно на английском языке. Это... Вот это наша тоже семья, можно сказать, стала. Мы туда приходили в этот ресторан, дети готовили пиццу. Мы просто сидели, общались, большими компаниями собирались. Я там отмечала свой день рождения, мужа день рождения. То есть это даже нельзя сказать ресторан, это просто такой вот маленький семейный уголочек, очень уютный, где мы смотрели футбол, мы приходили к себе как домой. А для них дети наши были, как уже, можно сказать, даже... Ну, они им как бабушки, дедушки были. То есть у нас такая большая была компания очень светлых, чистых, замечательных людей. И я в Штутгарте забеременела. Мы узнали, что у нас третий ребеночек скоро будет. Конечно, думали, что девочка, но получился мальчик. Рожала я тоже в Германии. Обследовалась я у доктора Ноя. Кстати, очень хороший врач, гинеколог.
Он для многих людей сделал большие дела, также он лечит рак. Если что, я дам его контакты. Я у него рожала, проходила всю свою беременность, наблюдалась у него, рожала в клинике Шендорф. Я счастлива. Кстати, когда я там рожала, конечно, чуть была в шоке из-за того, что на второй день тебя выписывают и тебе дают ребеночка из пуповины. И я вот третьим у меня были роды, я даже не знала, что у детей вот что такое пуповина. Я даже боялась, думаю, ну как, что делать с ней, как ее обрабатывать. Потом, когда она упала, у меня чуть руки, это было так неожиданно, вот она висит-висит, и потом через 2 недели она у меня отвалилась. Я подумала, ребенку, наверное, так больно-то, я так испугалась. То есть для меня в какой-то момент, вроде третий ребенок, вот так вот, как новинка, наверное. Но у нас там тоже случилась плохая история. Получилось так, что муж уехал на игру. Я осталась с одним ребенком, с грудным. Ему было около месяца дома. Мои родители, Пашины родители, детей забрали в Москву. Мы как раз тоже должны были приехать в Москву все вместе. Там был перерыв у Паши в команде, каникулы. И ко мне пришла моя подружка Лена Шпилевская. Мы с ней посидели, она спросила, как у меня дела, хотела посмотреть ребеночка, посмотрела ребеночка. Пошел очень сильный дождь, какой-то мокрый, она была пешком. Она говорит, Маша, я у тебя чуть-чуть побуду. Я говорю, да, давай чай попьем, телевизор посмотрим, посплетничаем, посидим. Как всегда, женская компания. И потом она уезжает. Я ложусь спать и не могу понять, почему жалюзи вот так вот ходят. То есть, как будто их кто-то открывает и закрывает. Не то, что так вот ветром, когда дует. Я включила свет, пошла к маленькому ребенку, покормила его заодно. Вернулась, опять легла спать. Опять двери туда-сюда как-то ходят, жалюсь. Я не могу понять. Я думаю, ну это как-то в Германии, в Штутгарте такого никогда не было. Не воровали людей, у людей ничего не воровали, не убивали людей. Там даже двери не закрывают. Потому что, ну, никто никогда в жизни никому так не врывался. И тут звонок в дверь. Я думаю, ну, может, соседи. Я одна... Наверное, это еще, знаете, из-за Москвы. Я не открыла дверь. Хотя вообще я знаю своих соседей. Но так как мне говорили, что вообще-то немцы никогда не придут, даже спички не попросят. У них такой менталитет. То есть они постесняются. Особенно в такой... Это было 3 часа... утра, что в такое время никто к тебе не придет. Я думаю, не буду открывать, я сплю. Еще звонок в дверь. Я смотрю на камеру, там просто как при входе была камера у нас, и ничего не вижу. И тут я понимаю, что камера заклеена. Смотрю глазок, глазок заклеен. А куда звонить? Вы представляете, я даже вот жила в Германии, я не знала службу спасения. На тот момент у меня все отключилось. Я поняла, что к нам лезут. Жалюзи открывать. Они у меня закрытые были. У нас большие-большие окна были на первом этаже. Услышат, что я собралась бежать. Туалеты. Не запереться в туалет, если даже это будет ограбление, я не смогу спрятаться в туалете. Все ключи вытащила из дверей, чтобы дети не закрывались. Тут я взяла просто нож, но тогда я даже не подумала. Взяла самый тупой нож, чтобы резать хлеб. Но зато тот самый длинный. Спряталась за дверь. Прошло минут, наверное, 15, я уже подумала, что это какой-то бред. Наверное, может быть, просто глазок не работает, может, я его плохо посмотрела. Может, ну, я уже начала думать, что камера, может, сломалась. Ну, столько времени. Просто, ну звоню Паше, позвонил, он, естественно, спит, телефон выключен. Ну, без, он у него не выключен, без звука. Я за дверь спряталась. И смотрю, ключ поворачивается, и дверь открывается. И я на него, что только было, я просто прыгнула ему. Вот он, вот так вот, прямо вот так вот я с ним встретилась. А когда я вот так вот встретилась, его чуть-чуть он отклонился назад, у нас сразу во всем доме вырубился свет. И я как заору, спасите, помогите, там, help. Нет, не спасите, помогите, я, по-моему, да, и кричала по-русски. И help кричала, и просто визжала, и наверху кто-то открыл дверь. И он
просто вот так вот все оттолкнул, вот так вот все оттолкнул. И вниз, у нас там черный вход. И вот там, чтобы выйти, надо знать кнопочку, какую нажимать. Она спрятана. Он все знал, он за секунду просто сбежал. Он хотел меня втолкнуть домой, в свою, ко мне, как домой втолкнуть, вовнутрь меня. Но получилось, что я вот прям вот так, он не ожидал, что я вот... Он открывает, что вот так вот я его встречу, и сразу будет свет. Вот тут он прогадал чуть-чуть. Это было ужасно. Приехали менты, то есть полиция. Я, извините, русский жаргон, потому что я уже, как сейчас вспоминаю, у меня столько эмоций, у меня маленький ребенок, у меня страх был. И страх до сих пор. Вы представляете, уже сколько времени прошло, 3 года, я не могу спать одна, я не могу дома быть одна. Да, зайк. Сейчас маленькое вступление. Вот мой маленький третий как раз, который был в кроватке. Вот, скажи привет. Привет. Вот уже вырос как. А не дай бог, что-то могло с нами случиться в ту страшную ночь. Приехала полиция, мы стали обходить весь дом, весь первый этаж нашего дома. Все было вот так вот вывернуто. Он везде ходил и наблюдал за мной, как кормил ребенка. Обходил только те комнаты, в которых была я. То есть он прекрасно знал, что детей старших нету. Он там даже ни от какого отпечатка не был. Он был в резиновых перчатках. И, конечно, следы мы никакие не нашли. То, что я его видела, да, я его видела. Он был в маске, в капюшоне, черная кофта, черные штаны, резиновые ботинки. Он был спрятан полностью. И он когда бежал, у нас весь дом был. Вот у него резиновые черные перчатки были. И вот он отпечатки везде оставил. Такие вот полосы черного на белых стенах. Полиция нам приезжала каждый день обходили. В этой квартире я спать не могла, я плакала. Я только посмотрю и вижу эти жалюзи, которые он испортил. Я потом установили не то что личность, а мотивы криминалисты, что это был просто извращенец, какой-то маньяк, что про него дописали, чтобы... Как бы, как я описываю человека, если посмотреть по каким-то им записям, часто он проглядывался, но он тоже, да, вот ходил в кепке, то есть его рассмотреть было невозможно, я не знаю. Мы потом уехали сразу, как раз мужу предложили контракт в Лондоне, и мы покинули Штутгарт спустя, может, месяц. Я плохо помню этот месяц. Помню, что я жила в гостинице. Я очень боялась, я боялась вместе, что мы обратились в полицию, что там полиция его ищет. Естественно, полиция нам не говорила, как проходят поиски, что как. Приезжали родители. Я, представляете, даже не то, что не могла, Лёш, пожалуйста, не то, что я не могла спать, оставаться дома. Если кто-то из детей что-то уронит, все, у меня слезы. Потому что я все понимаю, я помню, как я его толкнула, я помню вот эти вот звонки домой, я помню, как заклеено это все, глазок. Я вот сейчас даже контролировать я не могу, что я вам говорю, потому что это страшно. Страшно это пережить. То да, я с удовольствием приеду в Штутгарт просто к своим друзьям. Но как-то все в Штутгарте сложилось не в пользу меня. Сотрясение мозга, больница, квартира, когда нас обманули, что мы жили в заводе. Маньяк. Это было ужасно. Конечно, это страшная история. Я надеюсь, что в моей жизни никогда больше она не повторится. Я желаю вам, чтобы у вас тоже не было никаких неприятностей. Если у вас с вами тоже что-то случалось, есть что рассказать, вы мне пишите в Инстаграм. Я почитаю, мне тоже это интересно. Мне интересна жизнь людей. Мне не интересно только, как живу я. Мне интересно, как живут другие. Если я чем-то могу помочь, конечно, только не финансово, то я вам всем помогу и советом, и просто поддержу вас. Пишите. В следующем блоке я расскажу, наверное, более веселую какую-нибудь историю из нашей семьи. Но вот сейчас, как мне написали, рассказать про мою жизнь в Штутгарте. Вот я вам рассказываю. Жизнь в Штутгарте, вот
Штутгарт меня встретил вот так вот. Но я благодарна, потому что у меня благодаря этому городу появился вот. Скажи всем привет. Привет. Все, до новых встреч. С вами была я, Мария Погребняк. Пока. Пока.